предпосылок для изменений в кадровом составе Министерства иностранных дел. Ну, кроме того, что первый заместитель министра Денисов сейчас уехал послом в Китай, что планировалось давно, и Разов, который был послом в Китае, переместился не в центральный аппарат, а в Рим, что тоже планировалось давно. Поэтому кадровые перестановки в МИДе, они абсолютно давние и предсказуемые. И, честно говоря, я не вижу каких-то серьезных провалов в российской внешней политике.